Пам-пара-пам-пам-пам, давай поженимся. Че, уже снимаем, да? Добрый вечер, мои дорогие друзья, с вами снова я, Ларисочка Бездоболкина, ой, то есть Гузеева, а это передача «Давай повесимся», ой, то есть «Давай поженимся». Сегодня у нас в гостях самая высокооплачиваемая плагиатчица треков Cardi B в России, инстасамка. Инстасамка является большой поклонницей мультфильма «Шрек», поэтому одним из ее хобби является перевоплощение в жену Шрека. Также, по словам инстасамки, она любит пропагандировать естественную красоту, поэтому она часто говорит, что естественно, то не безобразно. Давайте поприветствуем нашу шкуру, то есть невестку. Всем привет, я принесла для вас подарки, целый чемодан косметоса, который вы, обслуживающий персонал, никогда себе не сможете позволить. Ай, дорогая, ты что хавала? У тебя беляш на лице остался. Это мой рот. Ого! Какой большой! Если хочешь жить, умей вертеться. Золото мое, какие у тебя еще есть увлечения, кроме того, как стоять на трассе? Я пишу стихи. Ой, а прочтите нам пару строй. Пусси, пусси, джуси, джуси, куси, пусси. В начале программы я не оговорилась. Рос, давай повесимся.